Хороший результат показала команда мальчиков 2014 года рождения отдела развития молодежного футбола «Славия Мозырь» на традиционном представительном турнире в Бресте у заходящая «Зорка» 2024. Турнир проходил 29-30 июня в городе Бресте у заходящая «Зорка» по 2014 году. В принципе, ожидания, можно сказать, оправдались, потому что ребята молодцы. Моментами было очень даже хорошо, поэтому все супер. Приятно, что на турнире были и родители наших юных дарований, которые заняли 4-е место, что довольно неплохо, хотя, конечно, нотка горечи от того, что «Славия Мозырь» остановила в шаге от пьедестала почета, присутствует. Мы туда ездили в качестве болельщика. Наши ребята хорошо себя показали, навязывали борьбу, но, наверное, не хватило немножечко везения и, как итог, 4-е место. Но мы, как болельщики и как родители, верим, что благодаря нашему замечательному тренеру Сан Санычу, трудолюбию и дисциплине детей, наши победы еще впереди. Также хотелось отметить, что наша команда посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость. Герой», где им была проведена экскурсия, благодаря которой детки прониклись этим местом и, я думаю, получили незабываемые эмоции. Что касается самих мальчишек, то вашему вниманию впечатление будущих звезд мирового футбола. Он мне понравился, мы прошли в 1/4 финала и победили со счетом 5-1. После группового этапа, где наша команда уступила соперникам из Ивацевич и одержала верх над двумя брестскими командами, был четвертьфинальный барьер. Его наша дружина благополучно преодолела. Победа над аршанцами. Я съездил в Брест, мне понравилось, что мы вышли в 1/4 финала и прошли дальше. Мы выиграли Оршу со счетом 5-1. Еще понравилось, что я поехал на ночевку. Ах, эти неповторимые детские впечатления, незабываемые поездки. И пусть в последующем наша дружина уступила в полуфинале брещанам, а затем минимально 4-5 в матче за третье место команде из Гродно, выступление следует признать успешным. А победы они обязательно придут, тем паче, что сами ребята знают, чего же им не хватило для успеха. Нам не хватило командного духа, иногда не давали пасы, опускали голову вниз и финтились. А так мне понравился этот турнир. И все же, это была чудесная поездка, которая стала для ребят очередной ступенькой по нескончаемой лестнице спортивного совершенствования. Я получил хорошие эмоции, потому что мы забивали, ну, иногда мы могли проигрывать, и у нас не получалось, но мы играли. Отметив, что лучшим футболистом турнира в составе нашей команды стал Кирилл Бычек, поздравим ребят с достойной игрой и пожелаем им дальнейших успехов на последующих соревнованиях. Очередное в августе, там герои нашего сюжета, мы не сомневаемся, будут играть достойно за честь своего родного и любимого клуба «Славия Мозырь».